Мой инстинкт подсказывает, что здесь присутствует другое вещество. Ты думаешь, мы открыли новый элемент? Покиньте мою лабораторию. Вы упускаете шанс стать частью величайшего открытия. Атомы устойчивы и неделимы. Как оказалось, не все. Я назвала это радиоактивностью. Наше открытие может вылечить рак. Невероятно. Нашу работу номинировали на Нобелевскую премию. Люди стали жаловаться, что мои открытия приносят болезни. Всю свою жизнь я пыталась понять невозможное.